Одинцовские активисты «Единой России» провели для школьников экскурсию в Федеральный научный центр овощеводства в поселке Внеиссок. Соответствующий запрос поступил в рамках работы Центра объединения гражданских инициатив «Единой» от представителей молодежного парламента и одинцовских молодогвардейцев. Просьбу ребят выполнили в рамках реализации проекта «Российское село», а саму экскурсию приурочили ко Дню музеев. Ребятам оказалась интересна тема развития репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений, которая здесь реализуется.